Всем привет! Сегодня я расскажу про тостер компании Pinlo, который менее чем за 2 минуты поджарит для вас сразу 2 кусочка хлеба. Прилетел он ко мне в немного потрепанной картонной коробке белого цвета. Корпус аппарата из полипропилена. Он довольно приятный на ощупь и легко моется. Размер тостера вы видите сейчас на экране. На нижней части корпуса нескользящие силиконовые подушечки, а также раздел для хранения провода. Тостер Pinlo оснащен двумя отделениями для хлеба. Максимальная толщина кусочка 3 см. Каждое отделение оснащено 8 нагревательными элементами, которые равномерно поджаривают каждый кусочек хлеба сразу с двух сторон. Нагревательные компоненты тостера при нагреве выделяют энергию мощностью 750 Вт, благодаря чему ломтики хлеба можно обжарить до нужного состояния максимум за 2 минуты. Кроме того, в тостере есть выдвижная стойка из нержавеющей стали, обладающая высокой теплопроводимостью. Благодаря удобной конструкции на ней можно разогревать круассаны и булочки, которые не помещаются в отделение для тостов. На передней части разместилась ручка регулировки степени прожарки. С ее помощью можно выбрать одну из 6 в соответствии с вашими предпочтениями. Там же 3 функциональные клавиши, оснащенные подсветкой и пиктограммами. Кроме кнопок режима нагрева и размораживания, также есть кнопка остановки. Остановить процесс поджарки можно в любой момент. Тостер Pinlo может не только подогревать хлеб, но и размораживать. Включив функцию размораживания, тостер в течение 30 секунд нагревает хлеб на небольшой температуре, а потом выпекает его до хрустящего состояния. Снизу предусмотрен выдвижной лоток для крошек. Продавец, кстати, дает гарантию на целых 3 года, и в случае чего готов выслать вам бесплатные детали для ремонта. У бренда Pinlo также в продаже есть очень хорошая бутербродница, причем не только в классическом белом, но и в ярко-красном цвете. В описании оставлю ссылку, где вы сможете приобрести данные гаджеты для приготовления вкусностей. А промокоды и купоны, чтобы покупка вышла вам еще дешевле, вы можете узнать у меня в телеграм-канале.